Одна из лучших ярмарок страны снова в Чебоксарах. Всероссийская ярмарка ждет посетителей в павильоне у гипермаркета «Мегастрой». Мы каждый раз, когда видим вывески, рекламы где-то ярмарки, мы обязательно приезжаем. Нам очень нравится. По большей степени, конечно, нравится рыба. Мы приезжаем только за рыбой. Ну и каждый раз что-то новенькое находим там. Сувениры, подарки. Ярмарка удивляет. Продукция 75 предприятий из 33 регионов страны представлена в одном павильоне. Без покупок не уйдет никто. Сегодня вообще еще и с концертом, вообще оригинально. Как в старину. Все ж супер. А что купили? Рыбу, конечно же. Рубашки, селедки. Очень хорошо. Да. Вкуснейшая каспийская сельдь в бочках, отборная икра и сахалинская рыба, свежие сыры из Белоруссии и Абхазии, оригинальные колбасы и мясные деликатесы. На десерт европейские и восточные сладости. Мед свежего урожая с лучших пасек страны. По соседству товары для дома и одежда. Авторские пальто и жакеты, красивые головные уборы, шубы, теплые куртки. Ассортимент велик. Не забудем и про аксессуары. Оригинальные платки, палантины и перчатки. Ярмарка очень понравилась. Очень много хороших товаров, интересных, которых у нас нет в Чувашии. Товары шерстяные из Монголии, там из шерсти какой-то, да, очень интересные. Здесь можно порадовать не только себя, но и своих близких. Вариант оригинального подарка – мыло ручной работы. Вкусы, ароматы, колорит всей страны для вас и ваших близких на всероссийской ярмарке. Спешите совершить интересные покупки до 29 октября.